Внешнюю политику Азербайджана по поводу... Сегодня правительство сделало все для того, чтобы у нас в стране было спокойно. Прежде всего, это уровень социальной защиты, уровень заработной платы. Мы не видим сегодня оснований для того, чтобы украинский народ волновался. А политические решения, они сегодня должны решаться на избирательных участках. Возьмите веревку, вы почти я абсолютно. Я голосовал за Януковича, потому что он наш земляк все-таки, я сам с Донецка. Вот, а сюда приехал просто полечиться. Я голосовала за Ющенко. Я считаю, что он достойный кандидат быть президентом Украины. Он человек интеллигентный, он экономически грамотный, он человек в высшей степени порядочный. Здесь 400 тысяч.